Всем привет! Как дела? Сегодня я отвечаю на вопрос Пахлавон Туланов о глаголах одевания. Одевать. Надевать. Согласно правилам, одевать – это натягивать одежду, обувь на кого-то. Надевать – это натягивать одежду, обувь на себя. Мама одевает ребенка. Я надеваю пальто. Я надеваю ботинки. Ты одел сына для прогулки? Надень пальто. На улице холодно. Бабушка одела внуку рукавицы. Ты наденешь костюм сегодня? Она одевает дочке платье. Но в разговорном русском глагол «одевать» используется в обоих случаях. Я одеваю куртку. Ты одеваешь дочку? Мы одели джинсы. Вы одели перчатки. Я одену юбку. В настоящем времени я одеваю, надеваю. Ты одеваешь, надеваешь. Он, она, оно одевает, надевает. Вы одеваете, надеваете. Мы одеваем, надеваем. Они одевают, надевают.
Носить одежду. Носить одежду означает быть одетым или обутым. Я ношу брюки. Это может означать: я сейчас в брюках. Или: обычно я одеваю брюки. Вы носите платья? Он носит футболки. Мы носим свитера. Если вы говорите об обычных предпочтениях, то существительные употребляются во множественном числе. Обычно я ношу юбки. Он носит рубашки. То есть не одну конкретную рубашку или юбку, а разные. Если вы говорите об одной конкретной вещи, то существительное употребляется в единственном числе. Например, зимой я ношу шубу. У меня есть шуба, и я одеваю ее зимой. Раздевать. Раздевать – это снимать с кого-либо одежду. Мужчина раздевает девушку. Он снимает ее пальто. Раздевать. Раздеваться. Раздеваться – это возвратный глагол. Означает снимать одежду с себя. Здравствуйте, проходите, раздевайтесь. Где у вас можно раздеться? Я разделась. Куда повесить куртку? Подробнее о возвратных глаголах и о предметах одежды вы можете найти в видео
по ссылкам в описании. Снимать. Снимать – это удалять с тела предметы одежды. Чаще всего этот глагол употребляется с каким-то одним предметом одежды. Сними шапку. Я сейчас только перчатки сниму. Снимайте куртки и проходите. Фразы. Вот здесь вы можете снять обувь. Надевайте верхнюю одежду в прихожей. Я одеваюсь и ухожу. Раздевайтесь в гардеробе. Снимайте пальто и проходите. Здесь жарко. Я сниму свитер. Одень плащ. На улице дождь. Я надену сегодня твое платье, ладно? Наденьте, пожалуйста, тапки. Снимите сапоги. И наденьте кеды. Было тепло, и я разделась. Одевайся, мы идем гулять. Пока все. Всем отличного денечка!